Как вытащить клеща ниткой? Если укусил клещ, что делать? После прогулки на природе мы принесли домой клеща. Имея негативный опыт удаления клеща, в этот раз мы решили сделать это правильно. Самое главное в этой процедуре – не сильно придавливать тело клеща, иначе он изрыгнет ядовитую жидкость, и та попадет в кровь. Также нельзя отрывать туловище клеща, иначе голова останется в теле, после чего доставать ее будет намного труднее. Самый безопасный способ извлечения – это сделать из нитки петлю и затянуть ее на шее клеща. Если не получится, затяните петлю на теле. Затем натянутой ниткой аккуратно выкрутите клеща против часовой стрелки. В нашем случае это было сделать сложно, так как клещ был очень маленьким, и поймать его в петлю было нереально сложно. Нам потребовалось достаточно много попыток, пока мы не зацепили его петлей. Только в таком положении, как вы видите на экране, нам удалось зацепить клеща и безопасно выкрутить. После извлечения клеща мы убедились, что он не поврежден и очень подвижен. Это значит, что извлечение прошло успешно и безопасно для человека. После этой процедуры место укуса было обильно обеззаражено спиртом. Совет. Осматривайте себя всегда после прогулки на природе. Если у вас есть другие способы безопасно удалить клеща, пишите в комментариях. Давайте поможем один другому подобными советами.